Здравствуйте, меня зовут Юнус Фельшат. Я индивидуальный предприниматель, наружная реклама и полиграфия, город Уфа. В поисках дополнительного источника дохода я перечитал много литературы, посмотрел много видеоконтента на Ютубе. И однажды на канале Николая Мрачковского я увидел интервью с Олегом Селифановым, где Олег рассказывал, как можно выгодно приобрести имущество банкротов и в дальнейшем также выгодно его реализовать. Мне это стало очень интересно. Я стал изучать тему торгов по банкротству и решил для себя пройти обучение. Я прошел мастер-класс. Обучение представлено в виде личного кабинета, где открываются видеоуроки. Мне очень понравилось обучение академии. Здесь очень понятные видеоуроки, довольно хорошо разжевано. Мне очень понравилось обучение. И уже во время обучения я стал присматривать себе лот для покупки. Первым лотом я решил выбрать легковой автомобиль, так как это имущество для меня более понятное, как его продавать. Я стал мониторить рынок и нашел автомобиль Hyundai Getz 2008 года. Уже на публичном предложении в начальном этапе цена ниже рыночной. Я решил участвовать в этих торгах, сделал запрос конкурсному управляющему. Она мне прислала все необходимые документы на автомобиль, фотографии. Автомобиль очень ликвидный, цена представлена на Авито, на данный автомобиль этого года. Как учили в академии, я сделал заявку, внес задаток, и через несколько дней я увидел протокол. Я очень обрадовался, когда увидел свою фамилию в протоколе. Был еще второй участник, обошел его на 9000 рублей. Но были, конечно, эмоции, радости. Я забрал автомобиль и сейчас готовлю его к продаже. Хочу сказать большое спасибо Академии торгов по банкротству и Олегу Селифанову, ученикам. Я хочу пожелать удачного обучения, удачно закончить курс. Если вы хотите так же, как наши студенты, зарабатывать по 100-200 тысяч рублей уже в первый месяц после обучения, то запишитесь на наш бесплатный мастер-класс. Вы узнаете, как покупать автомобили, недвижимость, спецтехнику и другие объекты на торгах по банкротству со скидкой от 50 до 90% даже без собственных вложений с новой профессией агент торгов по банкротству.